Простите, ради Христа. Я на минуту забылась. Простите. Простите, я не хотела. Иди, ступай. Там на склад для Смарагды корзину собрали. Она ждет. Тот ли истинный праведник, кто никогда не подвергается искушению? Или тот, кто, будучи постоянно искушаем, старается жить в целомудрии? Наша героиня не знала ответа на этот вопрос и предпочла бы никогда им не задаваться. Будь ее воля, она выбрала бы тихую монашескую жизнь. Но ее ждала совсем другая судьба. Прости, помочь тут может быть? Тебя еще не хватало. Иди, куда шла. Прости, прости меня. Молитвами святых, отец наших. Стеша! Там для Смарагды что-то у тебя приготовлено? Прохладненько же сегодня. Картошечка. Спаси, Господи. Сестры любили Индику.
Христианская любовь, как известно, долготерпит, милосердствует и верит. Хотя, если говорить в низменном смысле, по-человечески, то любили меньше. И если уж совсем откровенно, то и вовсе не любили. Многие даже презирали. Индика, впрочем, была в этом совершенно не виновата. Если бы не голос, который внушал ей непростительные для христианина идеи, была бы она инокиней добродетельной и заурядной. Больше всего на свете Индика мечтала, чтобы голос оставил ее в покое. Вся жизнь ее превратилась в борьбу, в мучительное сопротивление. Но как ни старалась она, как ни истязала себя, с каждым днем голос становился только громче и убедительнее. Натаскай воды.
Бесполезный труд – основа духовного развития. Послушание превыше поста и молитвы. Индика не понимала, зачем таскать воду из колодца, когда в соседнем здании помпа качает воду из святого источника. Она не понимала, почему пить воду из источника можно, а готовить суп – грех. Колодец всего в метрах 15 от него. Тут физически не может быть совсем другой воды. Да даже если десятая часть та же. На крещение, говорят, капли святой воды освещает канистру. Если так, то несколько испарившихся капель даже лужи под ногами должны осветить. Thank you.
божья помощь, ты глядишь так, до весны-то и дотянем. Да вы что, сестра-то, а ну, после нее есть никто не станет. Матушка, крестные знамения чумы спасают. А тут... Во славу Божию. Ой, Смарагда, не искушай. Я тебе сейчас вон Евдокию пришлю, а эту до трапезной не допускай. Вечеря твоя тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприими, небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащается раба Божия Евдокия. Причащается раба Божия и Индика Чеснага и Святаго Тела и Крови Господа и Бога. Я не знаю, что. Что в нем? Да откуда мне знать, что в нем? Откуда мне знать, что в нем? Не знаю, что в нем. Что в нем? Что в нем? Что в нем? Что в нем? Монаху запрещается выходить из монастыря без благословения. Индику, несмотря на ее просьбы, уже год не благословляли покидать обитель, поэтому послушание доставить письмо стало для нее полнейшей неожиданностью. И хотя она не знала содержания этого письма, ее не оставляло ощущение, что оно сыграет в ее жизни очень важную, возможно, даже решающую роль. Ну что-то в нем есть? Что в нем? Что в нем? А что в нем? Что в нем? Что в нем? Что в нем? А что в нем? Что в нем, что в нем, что в нем? Святых Отец наш Господь Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
пока, мне на тот берег надо. Жожик, пират, тише. Животные чуют нечистого. Они просто, как всегда, рады меня видеть. Тише, прости меня. Животные чуют нечистого. А я тебе яблок принесла. Орловку твою любимую. Тише, я на поезд спешу. Тише! Ну чего ты? Ступени залил. Снова свалишься, зашибешься. Эх ты! Ничего, Тихон, я понимаю. Прости меня ради Христа. Ключ у Тихона. Тихон идиот. Индика любила Тихона. Идиот – медицинский диагноз. Она просто употребляла слово по назначению. В любом случае Тихон ее не слышал. Что за добродетель, лицемерие? Монастырь как будто не хотел ее отпускать, и хотя она знала, что нет более светлого и близкого к Богу места, ей до смерти хотелось хотя бы ненадолго его оставить. Неправда! Ищи смарагды, запах гниющих. Даже маточка, если и умеет, то явно умением не злоупотребляет.
Одновременно прежде найти за нее в моем на путь, пока я не наставлю. Очищай, Индика, не на... которые из-за постоянного повторения давно потеряли смысл. Ненавидела благостно улыбаться беззубым шуткам сестры Марфы. Чадящие свечи, подгнившую картошку, бесконечные советы и нравоучения, смирение, страх Божий, крестить рот после каждой зевоты, креститься перед входом в храм, плакать... Сестрический хор, не строящий колокольный перезвон. Креститься, поститься, извиняться. Делать вид, что тебе интересно жития святых. Извиняться, каяться, молиться. Извиняться, бесконечное послушание. Хотя бы ненадолго заглушить ненавистный голос, Индика тысячный раз повторяла покаянный канон, с такой силой сжимая четки с ее ладони. Индика ненавидела безвкусный. Простите меня. Господи Иисусе, ты что ты делаешь? Ты вообще, тут монашка! Монашка. Монашка тут! Монахиня. Слушай, тебе повезло, что ты на меня наткнулась. Я мажу, я того, это, я не меткий, я... Давай, что? Да, давай. Иди отсюда, давай. Чё это? А? Кто это? Помочь, если позволить. Ничем вы ему уже не поможете. Их благородие в час, когда мерцание пожелали в последний раз выслушать, пусть слушают, не мешайте. Простите, а что здесь случилось? А знаете анекдот про лом, который унитаз поезда кидают? В общем, в поезде этапник перевозили. Они между вагоном прессору на ходу вставили. Побег, стало быть, организовали. Много ли погибших? Да, в основном беглые. Этих перестреляли много. За больными ухаживать доводилось? Мне? Конечно, у нас часто... Давайте тогда с нами на станцию. Туда всех раненых свезли. Давай наверх!
доктор, молодец. Говорит, на станции раненые ждут, а сам Морфи в труп втыкает. Как думаешь, тут уважение к последней воле умирающего или к размеру эполетов? Thank you.
Муж. Муж. Наверное, очень его любили. Не. Ух ты! Стой! Сэр, да? Что? Это что за... С каких пор ты меня слушаешься? Не переживай, страх есть смерть. В большинстве случаев спасительно. У тебя цель какая? Девице помочь или продемонстрировать, какая ты героическая? Кому? А вот именно. Если помочь, то без шансов. Смотри-ка, недовольна, что ее посреди процесса бросили. Что? Видела, какое у него там болтается? Или, может, ты просто хотела к ним присоединиться? Ничего. Мало тебе, блядь. Опять полез. Нет.
Постойте! Подождите! Тихо! Ты чего орешь? Вы меня спасли. А я... Я ведь тоже... Я тоже, по сути, спасла. Несчастная девушка. Еще бы немного. И... Господи, помилуй нас грешных. Вы не застали, она убежала. Спаслась. Ну, то есть, я не знаю, до какой степени там, но... Если бы не я... Господи, избави нас грешных. Прошу прощения. Как вас зовут? Илья. Индика. Знаете? Куда везти, не знаю. Откуда привозить, не знаю. Сестра! Как дошли? Без происшествий? Васюк, ты? Эй! Погоди-ка. Бросай оружие давай! Бросай! Сам бросай! Бросай сюда карабин! Если не готов взять грех на душу! Ничего тебе! Это самое того! Ты вообще... Не выйдет ничего у тебя! Мне терять нечего! Вот так надо. Так, залезай. Залезай, говорю. Давай, давай, давай. А теперь трогай! Трогай, говорю! Ты кончайся! Ну-ка! Ну-ка ты это! Давай! Давай! Thank you.
Эй! Эй! Вас ранили? Вот это очень хорошо. Так не надо. А! Вставай. Вот это ни к чему. Поехали. Выходи, выходи. На этом? Ну, выбирай либо со мной, либо с ними. Зачем ж так гнать-то? Прошу прощения. Хотя мы верст 5 в час катимся, не больше. Откуда ты все это понимаешь, а? Это он про слово верста или про то, что ты знаешь, как мотор завести? Я росла в велосипедной лавке. Батюшка ими торговал. В Спасове? Почему в Спасове? В Городищах. Я в Спасове не бывала. А я там вырос. Логика железная, парни. Не смущает? Мужчина так близко. Да она только этого и ждала. А он ничего, плотненький. Пахнет, наверное, от меня. Нас 3 дня из вагона не выпускали. О, не переживай. Ей нравится. Давай, давай, за сиськи ее хватай. Эй! Ладно, спокойно. Чего ты придуриваешься? Ты же вот таких себе вечерами в келье и представляешь. Ну, когда... Хватит! Да ладно, я ничего. Господи, это бандит или баба? Держитесь, ради бога, за сиденье. Эй, с вами все в порядке? Простите, можно, пожалуйста, я посмотрю? Да что там смотреть? Укол мне сделали лучше. Господи, я боюсь. Это, если это не ампутировать, ты до вечера не доживешь. Больше недели назад. И он ничего не сделал? Ну,
уровня. Вы из инструментов, кроме тазика ржавого, не нашлось ничего, к сожалению. Очень смешно. Да ладно, не переживай. Так оно это и должно быть. Только так должно быть. Я ведь тоже с Богом говорю. С Богом. Здорово. Вставай, если не хочешь еще себе чего-нибудь отморозить. А что значит «говорил с Богом»? Чего? А, руку? Видела руку? Так уже неделю. Или больше. Сомневаюсь. А Бог тут при чем? Ну, давай объясню. Вот с той ночи все, каждое событие, все как по писанному. Я ведь, наверное, единственный, кто из того поезда-то ушел. Каждый... Блять, шаг по плану, по божественному замыслу, понимаешь? Взять меня в заложники, божественный план? Да я понимаю, что ты думаешь. Но вспомни, в Евангелии отдал отец все деньги блудному сыну. Нелюбимому тому, который хороший, а бандиту тому, который убивал и воровал, но вернулся. Главное, что вернулся, понимаешь? Знаешь, он мне как карты тогда все разложил. Кто? Бог, кто? Я лежал, умирать собирался. А мне сестра, вот как ты, воды принесла. В кружке вот в этой. Я пью тихонечко. Вдруг вижу по воде, рябь идет. И как будто шепот. Я допил и... Ты в чашке Бога услышишь? В чашке, да. Да не в том суть. Я тебе покажу, когда едем. Может, лучше... Блять, кто так ставит? Как специально проезд перекрыли. Тормоз приржавел. Надо найти, чем гайку сорвать. Ни хера не идет. Сарай! Может, там что-то есть? Thank you.
Нашла? Пока нет. Скучала по этому запаху. Чё там? Нашла ключ! Давай сюда. Собака, ты чего? Ненавижу. Давай быстрее. Тихо,
Тихо, дружок, мы тебя не обидим. С ума сошла, бежим. Знаешь, если бы я хотел, я бы тебя голыми руками бы уебашил. Рукой-то весь. Зачем? В смысле, револьвер нахуя надо было выбрасывать, а? Не помешал бы сейчас. Ну, не в том смысле, я бы бабу никогда. Сука. Мне вот что скажи. Ну, если ты такой богоизбранный, почему тебя Бог сразу, окончательно не излечил? Хороший вопрос. Сейчас. Вот ответ. На. На. Тот самый кудец. Тот самый, давай. Я ничего не понимаю. То есть у Бога силы хватило только, чтобы гниение приостановить. А для полного исцеления ему какой-то инструмент понадобился? Да, дело не в инструменте, а в том, что нельзя человек спасти помимо его воли. И в руке дело, короче, понимаешь? А в пути, на который нам было указано. А идти по нему или нет, только наше с тобой решение. А я тут при чем? А бесноватых куцу возят? Всех возят. А я что, бесноват, по-твоему? Да нет. Ладно, давай выбираться отсюда. Подсади-ка меня. Я тебя? Да, ты меня. А то потом не вытащишь. Давай. Блядь! Эй! Эй, Илья, ты живой? Илья! Да, живой, живой. Сейчас. Ну что там? Высоко. Сейчас я найду что-нибудь подставить. Конечно же, все это не было совпадением. Теперь и Индика это понимала. Она, разумеется, слышала про кудец и его чудеса. Но именно сейчас, в Спасове, а Илья, каждый ли день встречаешь каторжников, разговаривающих с Богом? А еще он немножко понравился Индике. Кто этот? Так или иначе, не было совершенно никаких сомнений в том, что теперь ее путь лежал в Спасов, а не в Даниловскую обитель. Письмо. Я не могу нарушить послушание. И вдруг там что-то очень важное. Вскрой, посмотри. Ну, нет. Прочитать чужое письмо больше грех, чем не доставить. Больше? Во сколько раз? Что? В два раза. Я не знаю. Интересно. То есть не доставить два письма – это как прочитать одно. А скажем, украсть деньги.
рубль стянуть. Хуже. Хуже? Во сколько раз? Бред. Так нельзя сравнивать. Почему нельзя? Батюшка за разные согрешения разную эпитемию назначает. И ты вот тоже однозначно знаешь, что хуже, что лучше, стало быть, есть мера. Положим, украсть в 10 раз хуже, чем письмо. А, скажем, человека убить, в 1000 писем оценим. И почтальон, потерявший мешок с письмами, выходит у нас убийца. Хотя за оптут скидка какая-нибудь полагается. Скажем, насильник. Насильник ведь лучше, чем убийца. Ты не греха боишься, ты самого письма боишься. Да, пожалуй, не стоит тебе его открывать. Не надо. Этим возразить-то нечем. Матушка тебя как облупленную. Ведь все, как написала, вышло. Выперли, это же надо. Где ж такое видано? А, даже Евдокию, когда она Тихона понесла, не выперли, а тебя выперли. Тогда никто же, возможно, помощи нам будет. Кажется, если ты убьешь кого-нибудь, и тебя посадят, то рано или поздно и из тюрьмы. Выперли, это же надо. Где ж такое видно? А, даже Евдокию, когда она Тихона понесла. Если ты убьешь кого? А его верну. Такая, мол, больше не значится. Этим возразить-то нет. Что вышло? Вы... Хороший вопрос. Не слышно вроде. Слушай, ладно. Я тебе помогу добраться до Спасова.
Удивительным образом Индике передалась уверенность в том, что Кудец обязательно решит все ее проблемы, что очень скоро голос в ее голове замолчит, и она вернется в монастырь человеком, заслуживающим, если не всеобщей любви, то хотя бы прощения. Ей казалось, что все... Последние годы ее мучительной жизни вели ее именно к этому моменту. Я поняла, что это за место. Это Денисовка, завод красок. Марфа рассказывала, иконописица наша. В этом амбаре, например, желтую краску делают. А где все? Авария. Взрыв. В один день, говорят, всех эвакуировали. Американцы, наверное. Скорее всего. Или англичане. Дальше. Лестница! Как раз за мельницей должна быть станция. Сработает. Не та эта весовка. Не уцеплюсь. Погоди, сейчас что-нибудь придумаем. Что надо? А,
Чего стоишь? Сколько собаки могут не дышать под водой? Не знаю. Я бы пару часов выждала для уверенности. Лестница сломана. Через мельницу придется идти. У нас на зоне художник был. Он на стене говном родственников своих рисовал. Как живые. Как? Ну какой-то он такой. Дочь не успел дорисовать. Одним глазом так и осталось. Порезали его. Господи, из-за запаха дурного? Да не, он на стене, снаружи. Минус 30 на термометре. Оно запахнуть не очень успевает. Порезали... Потому что, ну, не по понятиям оно. И куда дальше? Лифт! Вот и привод! Смотри, какая красота! Планетарная передача! Блокируя одно из колес, можно менять направление движения вала. Понятно. Похоже, просто надо шпонку целую найти. Работает ни хера. Тут сейчас ничего не работает. Надо понять, как оно все приводилось в движение. Она должна ломаться в случае перегрузки, чтобы защитить от поломки более важной части механизма. Понятно. Пускай!
Что ж, ожидаемо. Она заслужила. Плохая собака. Грешная. Не бывает грешных собак. Грешные бывают только люди. Только человека бес искушает, а собака... Люди ушли, перестали ее кормить. Для нее это вопрос выживания. Интересно. А в чем разница между человеком и собакой? Все то, в чем ты винишь беса, собакой случается ничуть не реже, чем с человеком. Она злится, когда у нее отбирают еду, готова разорвать того, кто посягнул на ее собственность. Собака унывает, когда любимого человека нет рядом. Завидует, вожделеет. Даже до мужеложества доходит. Помнишь, как Жожик... Это другое. Им все это нужно, чтобы выжить. И завоевать наиболее перспективную пару, завести потомство. А человеку? Для собаки у тебя находится простое объяснение. Что же у человека никогда не обходится без участия божественных или бесовских сил? Вот и станция. А у собаки есть душа? Он как собаки своих людей любит. Разве так бывает без души, а? А любят душой? Я не понимаю, как собаки любить без тела. Как может она любить то, что нельзя увидеть, услышать, обнюхать? Как сможет она помнить того, кого любит, потеряв... мозги с воспоминаниями. В мире, где нет костей, холода, размножения, красивых женщин, богатых мужчин. Да вообще тело. Страсти, добродетели, любовь. Все это разве существует без тела? У собаки? У какой? А, ну да, у собаки. Какой мудак это тут поставил? Может, краном сдвинуть?
Это еще живот. А как груз отсоединить? Надо разобраться. Зачем разбираться? Он же и так едет. Вон на той стороне платформа. Да. А когда следующий поезд? А если завтра только? Наверное, на станции расписание должно быть. А толку? Не похоже, что он здесь вообще останавливаться собирается. И что делать? Ты читала Марка Твена? Про Тома Сойера? Да. И чего? Мне нравится. Мне тоже. Да куда? Что делаешь? Ну ты что делаешь? Прыгай! Ты чего? Прыгай! Странные у тебя все идеи для монашки. Это не мои идеи. Ну, в смысле, я не выбирала монастырскую жизнь. А, тебя против желания, что ли, отправили? С желанием. Хотя, конечно, когда тебе 15, монастырь не то место, о котором мечтаешь. Но другого пути быть не могло. Бывают обстоятельства, когда у тебя выбор. Либо в монастырь, либо... Да какие обстоятельства в 15 лет? Ты сейчас Божий ангел, хоть и черная вся. Ну, в плане одежды у тебя... Может быть, более падшего существа ни в каком ты не встречал. Другом... Падшее? Это как? По желтому билетику, что ли? Что? Да я... Я только одного знала. А. Ты и замужем не была? Не была. Да... Что я тут перед тобой? Куда это мы едем? Спасовский рыбзавод. Там уже все разошлись, думаю, а транспортер в город никогда не закрывается. Откуда ты все это знаешь? Ты там работал? Ну уж нет, блядь. Мама там работала.
же говорил, все разошлись. Блять, на разгрузку пришли. Сиди тихо. Отмыться вообще никак. Я даже любил этот запах. И она стеснялась, когда шла в лавку или там в школу. Она душилась какими-то дешевыми духами. Я их в носу щипал. А сейчас что с ней?
стоишь? Снимай все. С ума сошел? Если не просушимся, замерзнем насмерть. Кто видит? Взяла, сняла. Благочинная всю ночь ходит, смотрит. Серьезно? Как у нас в Вертухае? Скорее уж, смотрящий. Она и общаком ведает, и койки распределяет. Прости, прости, но пахнет твоя рука невыносимо. Надо идти. Так, так монастырь не твой выбор? Мой. Но когда у выбора есть причина, можно ли это назвать выбором? Выбирает ли ручей, натыкаясь на камень, куда ему свернуть? Нихуя себе. Ну, ты же не ручей. У тебя воля есть, свободная. Воля. Выбор. Но разве делая любой выбор, мы не отталкиваемся от предыдущего опыта? Не взвешиваем в голове всевозможные выгоды? А если мы идем против разума, то мы же осознаем, что в этот момент нами овладевает эмоция, страсть. Ты понимаешь, о чем я? Да, ну, а я же говорю, воля, она чтобы страсть контролировать, вопреки искушению. Это верно. Но когда ты контролируешь эмоции, это же не бывает беспричинно. Ты можешь объяснить, почему, выстроить логическую цепочку. Вот не будь души, осталась бы только твоя логика сраная. Блять, ну а как без души-то? Не научился человек без души еще. Спроси его, знает ли он, что такое душа. Все говорят, душа, душа. А хоть кто-нибудь может внятно объяснить, что это? Да, ну, разумеется, душа. Но она тоже чем-то руководствуется. Если, скажем, вот у тебя душа тянется к Богу, а у меня не тянется. Где ж тут мой выбор? Ну, хорошо, если чисто теоретически представим, что есть выбор вообще ничем не обусловленный, то какой же это вообще выбор? Это полная случайность. Подожди, по-твоему, выбор и слово пустое? Ну, лишнее? Может, и лишнее. Я не знаю. Я вообще не понимаю, в чем смысл этой истории с выбором, с этой свободой, которую нам даровал Бог. Зачем Богу наша так называемая свобода, если его в конечном счете устраивает только строго определенный выбор? Мог бы просто сделать меня такой, какой бы я ему нравилась.
Ты не играешь? Нет. А я вот да. Однажды я так у Баца сыграл. Как сыграл? Трактир у Ефима Бац. Заведение такое. Концерт отдавал. Хлопали стоя. Сыграешь что-нибудь? Да как я? Это кто такие? Не знаю. Раньше таких не было. Вот что думаю. О, опять начинается. Ничего больше тебе не скажу. Да ладно, ладно. Шучу я. Говори. Вот ты про свободу интересовалась. Зачем Богу было создавать тебя свободным? А я что думаю? Будь я царь, то я не хотел бы жену рабыню. Я бы искал из свободных баб, чтобы могла меня полюбить искренне. Понимаешь? Да, очень хороший пример. А теперь представь, твой царь
нашел себе девушку по душе, представил? Ну? И он признается ей в своих чувствах и приглашает прийти к себе во дворец. Ну? А теперь представь, что к своим объяснениям царь добавляет. Если придешь, мол, озолочу тебя, а не придешь, поймаю, повешу на крюк и буду жарить на медленном огне. Но при этом еще требует взаимной симпатии. Ясно, к чему ты клонишь. Так не Господь же жарить будет. Черти, мать их, враги человеческие. Хорошо. Тогда царь говорит, придешь, озолочу, а не придешь, мясник Парфен, он тебя поймает, повесит на крюк и будет жарить на медленном огне. Я тебя люблю бесконечно, но вот ничего поделать не могу. Ну подумай, вот даже если царь в силу каких-то непонятных причин действительно ничего не может поделать с этим мясником, ну почему бы ему тогда просто не промолчать и про золото, и про мясника, если он действительно хочет какой-то искренности от девушки? А ты хочешь сказать, что искренней любви к Богу не может быть? Да нет, я не... Перед транспортером надо заскочить в одно место. Какое? Увидишь. Я там спрятал кое-что. Ну ладно. Банка можно залезть. Нам как раз вон туда. Ты этим умеешь управлять? Да чего тут управлять? Точно сюда надо? Увидишь, надо! Нам тут вообще можно находиться? Да нет уже тут никого. Все спать пошли. Самая правая наша!
смотри. Ой, как это? А, понятно. Мерцающий свет. Стробоскопический эффект это называется. Как сквозь велосипедное колесо. Да. Ладно. Погоди. Красиво. Ради этого сюда лезли. Сейчас покажу. Садись. Это лужа, она певица. Почему лужа? Просто. А это Сева. Он гитарист. Тишина в лугах, леса, звезды светят. Небеса и тудит им ворожок, тихий месяц пастушок. Он тудит, тудит, играет сладко песню. Что? Известно, что. Нет. Нет. Все будет хорошо. Разумеется. Ну, почти же дошли. Не почти. Ты знаешь, где больница? Да и примут ли его такого? И что мне делать? Помолиться? Yeah.
все, лежи, 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 тихо. Что? Все. Что все? Все хорошо теперь будет. Все, тебе иначе... Ты лежи, лежи, лежи. Да нет, ничего, не против Бога. Как это я против Бога? Это не страшно, тише. Лежи, пожалуйста. Пожалуйста, ложись. Она прирастет? Да, и прирастет. А что? Богу разве одно чудо сложнее другого сделать? А ты же с самого начала хоть не верила. Чудо произойти со мной должно с таким, как я. Любая бабская ревность. Укол. Дай укол. Все закончилось. Всю дорогу. Ведь это все не пустой трёп был. Вся эта философия. Радуйся. Бог больше со мной не говорит. С тех пор, как я себя встретил... Илья, пойдем. Нет. Оставь меня. Дальше я один. Не трогай меня. Впервые с того момента, как она встретила Илью, Индику вдруг кольнуло сомнение. А вдруг она ошиблась? Вдруг что-то сделала не так? Что, если кудец не сработает? Почему на пути к Богу каждый шаг, кажется, делает ее ближе к черту? Да все правильно сделала. Он бы от сепсиса умер. А если б не умер? Если б раз и чудо, и исцелился бы, обидно было бы, да? А значит, и правда с Богом говорил, и правда прощение заслужил. Господи, разочек, пожалуйста, поговори со мной. Как же я против тебя пошла? Разве это в моих силах помешать твоему замыслу? Это все часть его плана. Так все и было задумано. А с ним теперь все хорошо будет. Заживет рука. И Илья заживет. Заживет и заживет. Теперь я и за это должна чувствовать вину. Ты же видишь, я стараюсь, но... Он всегда за плечом. Опять я. Тобой руководил страх. Страх оказаться с мертвым мужиком. И тогда с цыганом что там было? Его загорелые руки не давали тебе покоя. Нет.
Храм Иоанна Дамаскина, тот самый с афишей, возвышался прямо перед Индикой. Тревога все сильнее охватывала ее. А вдруг она не успела? Вдруг они поймут, что она за человека, и не пустят ее? Что, если она недостойна чуда, или к чуду пускают по билетикам, которые, конечно же, уже все кончились? Что, если ее уверенность в Божьем промысле лишь очередное заблуждение? Искушение, на которое она так малодушно поддалась.
Отдай! Ты его прочел? Что с твоими волосами? Обрила. В наказание. Да ни за что просто. Я отцу Сергию Филонь сожгла. Вон, смотри, это наш собор с афишей.
Кубаца. Чё? Трактир, про который ты рассказывал, вон, под нами. Да. Кстати, вон, видишь, ломбард напротив. Его владелец Наум Бац. Это брат Ефима. Они друг друга на дух не переносили. Но при этом всю жизнь друг от друга зависели. Наум скупал краденое у местных бродяг. А те сразу шли к Ефиму спускать вырученное на вино говенное и проституток. При этом частенько ложки Фимы оказывались на витрине Наума. Мы их называли наебац и уебац. Почему они друг друга не любили? Да потому что каждый считал, что другой брат богаче. Скоро ты снова сможешь дать там концерт. А я приду тебя послушать, а? Сука! Недостроено! Спусти меня вниз, посмотрим! Опускай! Так, посмотрим. Ты
еще орет? Мужики, блядь, помогите, баба какая-то! Я сейчас спущусь к тебе! Ты на кого рот открыл, а? Ты дура, блядь, тупая, смотрит на меня! Сука, рот закрой! Иди сюда, блядь, я тебя! Ты ведешь меня сейчас? Эй, блядь, давай сюда, давай, ты че орешь? Я сейчас спущусь к тебе! Ты че, дура, лезешь сюда? Ты на кого рот открыл? Петёк, смотри! Сука, дура какая-то, сука, рот закрой! Что ты делать нечего, что ли? Ты доведёшь меня сейчас? Разве можно так? Где Кудец? Кудец? Да Кудец-то все. Это сегодня повезу дальше-то его. Это на Левицах застанете. Значит, он еще здесь? Пожалуйста, если бы вы знали, через что мы прошли. С других стран приходили приложиться. Ну, все, кто хотели, то приложились. Послушайте, я... Если вы меня к чуду не пустите, я погибла. Во всех смыслах погибла. А он... Я могу же быть с вами откровенна? Я могу перед вами исповедаться? Исповедаться-то? Ну, как, конечно. Он за строго бежал ради того, чтобы к чуду приложиться. Если бы вы знали, что он пережил... То есть это... Как это... Хорошо, ладно, хорошо. Вот здесь, вот ждите. Вот. Ты что, с ума сошла? Зачем ты ему все выложила? Не бойся. Священник никогда не нарушит тайну исповеди. Он и не такое слышал, поверь мне. Не такое? Вот он. Бегайте. Эй, чего он вам там наплел? Шутили мы, вот и все. Не подходите, у него нож. Да какой нож? У него руки-то одной нету. Ну, какой нож? Пусти, ну-ка, так, да. Ай, ходи, пусти. Стреляй, стреляй. Черт.
Он тут. Гудец! Тут. Подойди сюда. Помоги. Держи так. Держи. Выходи. С поднятыми руками. Нельзя. Читаю на трех. Без благословения нельзя. Рак. Не смейте. Святое место. Держи. Обычно вот так вот с ногами приходит. И как? Прирастает? Да не в этом дело, тут иное. Вы поймите. Ты! Илья! Ты чего не... Те сильне надеющийся, умоли сына своего, да поставит меня недостойного одесную в себе, якто сяди судей живых и мертвых. Аминь. Слыхала про Макара Косаря? О нем много писали. Ну, после уже того, как повесили. Он 7 детей косой без головы оставил. Что? Ну, отрубил. Меня с ним сравнить решил? Да нет. Я так размышляю, Макар по-своему святой. Вот, послушай, я тебе расскажу. Было у Макара 3 детей, все мальчики. И вот младшего он, значит, телегой и зашиб. Или шкафом. В общем, и так зашиб, что у того ножки-то и отнялись. И спать он по ночам перестал, так ему больно было. Лежит целыми днями, лечит. Деревенский доктор ничего сделать не может. Ну, Макар не выдержал. Пошел к батюшке. Говорит, так, мол, и так, отче, благослови, страдания детские прекратить. Ну, батюшка, конечно, не благословил. Отправил Макара молиться и о душе думать. В общем, Макар недельку помолился, а сын уже кричит, не переставая. А Макар не выдержал, пошел, снял полотно с косы, помолился и одним движением все страдания закончил. Приходит к батюшке, говорит, так, так, все, батюшка, нет у меня больше души. И право о спасении своем думать я потерял еще тогда, когда на сына телегу уронил. Или шкаф. Не помню. В общем, моя душа, говорит, вопрос решенный, а ты мне вот ответь, где он сейчас, в аду или в раю, а? Конечно, говорит, в раю, ты же ему вроде подарки сделал, он же ведь еще даже нагрешить-то не успел, так сказать, минуя страдания земные, прямо в Царствие Божие, вот. И так вот эта вот мысль в голове Макара засела,
что он пришел домой, поставил оставшихся двух сыновей перед киотом, помолился, обнял и обоих зарубил. До такого дошел выступление, что стал соседских детишек вылавливать. В общем, пока его не схватили, он четверых его кокошил. А святой он почему? А ты посуди. Вот какой-нибудь там великомученик, которого за Христа в костре сожгли. Выходит, он себе за 10 минут страданий вечную жизнь покупает. Какая же это жертва? А другое дело Макар, который собственной душой пожертвовал ради спасения другого. Зачем вы мне это рассказываете? Отец Прохор, которого вы убили, ему тоже лучшего подарка быть не могло. Он теперь невинно убиенный, великомученик. Может, даже канонизирует. А Макар что? Известно, что повесили. А со мной что будет? Повесить, наверное. Послушайте, как вас зовут? Неважно, как зовут. Че? Неважно, да. Послушайте, не убивай моего отца плохо. Отпусти, не бери грех на душу. Я в долгу не останусь. И чего ты мне можешь дать? А чего ты хочешь? Че хочу. Ну-ка, подойди поближе. Повернись. Что? Покрутись, покрутись, давай, покрутись. Оп, 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 оп. Давай, давай, пой что-нибудь. Что? Ну, не знаю. Что-нибудь, гимн Франции, например. Я не знаю гимн. Ну, пой, что знаешь. А, оп, 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 оп. Тишина в луках, в лесах, звезды светят в небесах, и поют, и ворожут, славный месяц воздушу, он поет, поет. Да. Не бойся, я не страшный. Ну что ты?
ли, что на одном дереве 1000 листьев, а на другом 1001? Справедливо ли, что одному на костях выпадает 6, а другому 2? Все это, разумеется, закономерно. Но закономерность эта нам не нравится, и мы в сердцах называем ее несправедливостью. Если отвлечься от эмоций, окажется, что, строго говоря, негде и применить это слово. А то, что происходит сейчас, что может быть ниже, мерзее, подлее? Без всяких рассуждений, я это знаю, чувствую. Когда тебе холодно, не нужны рассуждения, ты просто это чувствуешь. Ты просто знаешь, что тебе холодно. Ты понимаешь, что без холодно не было бы тепло. Невозможно избавиться от бедности и страданий, оставив только богатство и счастье. Оставь меня в покое. О, я бы с удовольствием. Я исчезну только когда ты перестанешь хотеть, чтобы я исчез. Но это не так уж сложно. Если помнить, что добро, зло, тепло, холодно — все это только отметки на термометре. И Бог, и черт — это ты. И без одного не может быть второго. Теперь я могу идти? Ну, теперь уж, милая моя, после, так сказать, полнейшего разоблачения никак не можешь. Не? Я тебе так скажу. Не так страшно земное правосудие, как правосудие небесное. Когда душа с телом разлучайтесь будет. Привет! Где Кудец? Минуточку. Посмотри, я брюки расстегнул. Где Кудец? Там, это... За нее даже 5 рублей что? Не дали. Что? Давай сюда деньги. А нету. Нет денег. Все. Понимаешь, гитара для меня пройденный этап. А вот медные, духовые. Где Кудец? Впервые слышь? Да только что мужчина на трубу выменил с одной рукой. Вам невероятно повезло, как раз то, что вы искали. Удивительный артефакт. Неслыханной чудотворной силой всего 25 рублей. Как 25? Вы же за 5 забрали. 20. За все вместе.
Но. Сейчас я... Бесплатно только посмотреть. Ты чё мне продал, гнида? Чёрт, обождите. Ты не работаешь, что ли? Господи. Ну, пошёл прочь отсюда. Ты чего? Люди!